На конкурс дети читают стихи Авдеева Полина, 9 лет, город Северобайкальск, Агния Барто, птенцы. Агния Барто – это мой любимый писатель, потому что она своими стихами учит нас быть добрыми и внимательными к окружающему миру. А стихотворение «Птенцы» мне нравится потому, что птичек нужно беречь, они радуют нас. Птенцы. Недостроенную дачу мы приехали весной. Я проснулась на рассвете, вижу небо надо мной. В кухне кровля не покрыта, в потолке у нас дыра. Подставляем мы корыто, медный таз и два ведра. Просыпаешься в грозу, дождик булькает в тазу. Через щель блестет зорница, над тобой грохочет гроб. А вчера влетела птица через крышу прямо в дом. Обыскала я везде, вижу птенчики в гнезде. На подстилке 5 птенцов, 5 пушистых близнецов. У детей такие рты, слышен писк за полверсты. Если мать не прилетает, писк доносится сильней. Что мне делать, я не знаю, хоть самой лететь за ней. Вдруг от бабушки я слышу, что печник нам служит печь, а потом починит крышу, и она не будет течь. Что же станет с гнездом? Как вернется птичка в дом? Я стою и чуть не плачу, к нам печник идет на дачу. Он кричит издалека: «Вы искали печника?» «Нет», — кричу ему в ответ, — «печника искал сосед. Там из крыши дым идет, не прочищен дымоход. Я боялась, он вернется. Я прошла с ним до колодца, проводила до угла, с нашей дачи увела. Вьется птичка над гнездом, прилетает прямо в дом. Льется дождик с потолка, но птицы растут пока».